мы идем с вами, ребятушки, к великому пути. Совершенно бесплатной дорожки на возвышение. Вот, кстати, если бы в моем лесу на Ялчике нечто подобное бы вдруг появилось, без ущерба для природы, без лишних толп туристов, было бы неплохо. Вот, смотрите, смотрите, вот это называется счастье. Когда ты так вот идешь и слушаешь, как у тебя хрустят листья. Тут еще есть правило, блин. Вот именно, эксплуатация, блин. Экотропы. Я просто хренею, блин. Правила эксплуатации. Какие тут могут быть правила? В современном мире слишком много правил. Даже уже нарушать их не хочется. Ну правильно, блин, любой цветок можно задушить. Свободу очень легко убить, друзья мои. Не думайте, не питайте иллюзий, что... что ваша свобода незыблема, что она несокрушима. Господи, просто как раз плюнуть. Можно испортить человеку жизнь, лишить его свободы, всего. Ну вот у нас экотропа, да. Просто обалдеть. Вы пока смотрите. Видите, про ипотеку речь. Кто нам тут навстречу попадается? Шоссе вот это. Ну это не шоссе это. Вообще непонятно, что. Вот тут видите, какой рисунок у нас. А этих дорожек. Сережки уже вылезли. Да нахренеть какая длинная. А если я ссать хочу, мне как ссать с экотропы? Вон, видите, она какая длинная. Тут у меня столько видео не хватит. Смотрите следующее видео.